сокровенное счастье в жизни каждого человека – это семья. С самого рождения нас окружает тепло и забота родителей, внимание и нежность близких людей. В этот мир мы приходим маленькими принцами и принцессами, постепенно познавая все окружающее, превращаясь в настоящих юных исследователей. Первое слово, первый шаг, первое падение – это наша общая победа. Чем старше мы становимся, тем яснее понимаем, что на самом деле нет ничего важнее счастливой маминой улыбки и папиных бесконечно теплых ладоней. Семья – это целый мир, в котором тебя любят таким, какой ты есть. Каждый из нас так или иначе стремится наполнить свою жизнь любовью. Мы выбираем единственно верный путь для того, чтобы отыскать свою половинку и обрести то самое драгоценное счастье. Создавая семью, мы создаем свое будущее. Наше будущее в наших руках. На сцене Сергей Лайков и Ирина Исмаилова. Если жизнь покатилась в дурной полосе, на закате особенно черного дня, я скажу, ну и что, да пойдите вы все, лишь бы дома, как прежде, любили меня. А если дома хоть кто-то не искренен, если звездам навстречу бросается пес, это будет награда превыше наград, чтобы прожитый день на хвосте не принес. Пусть твой дом сумрак разник хранит, пусть он будет для друзей всех открыт, пусть в насте дом хранит тепло души, пусть любви в нем прорастают малыши. Если дочь, улыбаясь, прижмется в душе, это теплый комок, оборона обед. Вселенная сразу начнет хорошеть и растает, исчезнет недоброго след. Если дом для кого-то обычный ночлег, несогретый приемлем верный сердец, беззащитен на свете таков человек. Кто не сеет добра, тот ему и не жнец. Пусть твой дом судьба праздники хранит, пусть он будет для друзей всех открыт, пусть не на стену хранит тепло души, пусть любви в нем подрастают малыши. Пусть твой дом судьба праздники хранит, пусть он будет для друзей всегда открыт, пусть не на стену хранит тепло души, пусть любви в нем подрастают малыши. Пусть не маски дом хранит малыши, пусть любви в нем подрастают малыши. Дорогие друзья, сегодня необыкновенный день. 15 мая отмечается Международный день семьи. Самый добрый,
самый теплый праздник, день радости и счастья. А что такое счастье? Несомненно, счастлив тот, кто может заниматься любимым делом. Счастлив тот, кто любит и кто любим. И, конечно же, счастье – иметь семью, в которой царит взаимопонимание и согласие. Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Семья – это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берем примеры, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению. Мы пригласили вас сегодня, чтобы вы немного отвлеклись от будничных дел, послушали замечательные песни и увидели, какие чудесные, талантливые ваши дети. И в этом мы сегодня, конечно же, убедимся. Ведь на сцене самые маленькие артисты, младшая группа «Смешарики» детского сада «Березка» вместе с воспитателем Марией Алексеевной Горбуновой. Наши малыши сегодня впервые выходят на сцену, поэтому не скупитесь на овации. Встречайте! Там. Там, где сбываются все мечты, где всегда царит радость и восторг, где лето приходит во сне и чудеса живут в каждом мгновении. И какое же счастье, что существуют небольшие, уютные уголки детства, где все эти счастливые моменты поддерживают, таланты развивают, прививают самые главные навыки и качества нашим малышам. Это, конечно же, детские сады. Не секрет, что группа детского сада становится для ребенка второй семьей, местом, где дети проводят большую часть дня под пристальным, но добрым и заботливым взглядом воспитателя. И о том, как замечательно живется в этих сказочных домиках, расскажут нам воспитанники старшей группы детского сада «Березка». Поприветствуем их бурными аплодисментами. Thank you.
является главным? Конечно же, мама. Мама – это первое слово, которое произносит человек, и оно звучит на всех языках мира одинаково нежно. У мамы самые добрые и ласковые руки. Они все умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце, оно ни к чему не остается равнодушным. И сколько бы тебе ни было лет, 5, 15 или 50, тебе всегда нужна мать, ее ласка, ее взгляд. Дорогие и любимые наши мамочки, примите танцевальный сюрприз от средней группы детского сада «Березка». Ребята также сегодня впервые на нашей сцене. Аплодисменты! Папах. Быть хорошим отцом – это важная и нужная работа каждого мужчины. Всегда ведь чувствуешь себя спокойно и под защитой, когда папа рядом. Стать примером для своего сына или добрым волшебником для дочери – такое под силу, конечно же, только папе. Уважаемые наши папы, примите музыкальный подарок в исполнении Светланы Каримулиной. Теплый вечер, если папа
благословила ожиданий нашей встречи. Я назову планету именем твоим, и будет мир принадлежать всегда лишь нам, твоим. Твоей безоблачной вселенной стану я. Ты любовь моя, ты любовь моя. Я назову планету именем твоим, и будет мир принадлежать всегда лишь нам, твоим. Твоей безоблачной вселенной стану я. Пути пересекутся, знаю я, что это значит, то, что мир сегодня станет на одну любовь богаче. Для меня ты станешь небом, о котором я мечтала, чтобы я была с тобой. Чтобы я не улетала. Я назову планету именем твоим, и будет мир принадлежать всегда лишь нам, твоим. Твоей безоблачной вселенной стану я. Ты любовь моя, ты любовь моя. Я назову планету именем твоим, и будет мир принадлежать всегда лишь нам. Твоей безоблачной вселенной стану я. Ты любовь моя, ты любовь моя. Я назову планету именем твоим, и будет мир принадлежать всегда лишь нам, твоим. Твоей безоблачной вселенной стану я. Ты любовь моя, ты любовь моя. Твоей безоблачной вселенной стану я. Ты любовь моя, ты любовь моя. Благополучие вам и вашим семьям. И самое главное, мирного неба над головой. Здравствуйте. В каждой семье есть хранители традиций, бабушки и дедушки. Это копилочки сказок, легенд и народных песен. С ними надежно и спокойно. Бабушки и дедушки – одни из самых дорогих людей в жизни каждого человека. Они важная частичка детства. Наши старшие преподаватели в школе семьи. И очень хорошо, когда бабушка и дедушка рядом с внуками. Для всех присутствующих бабушек и дедушек звучит песня в исполнении Александра Ведерникова и Ирины Исмаиловой. Аплодисменты, друзья! Кровь кипела.
свела с ума, росла по дальним берегам. И забыли о любви с тобой, то и дело. Ах, береза белая, помнишь наши первые поцелуи жаркие, клятвы на крови. Белая березонька, листья будто слезоньки, капают на травушку о былой любви. Пролетело время с той поры, очень жалко, что расстались мы. Не играли. Остается в памяти беречь ту любви нашей первой встреч, и о листья, что касались плеч, обнимали. Ах, береза белая, помнит наши первые поцелуи жаркие, клятвы на крови. Белая березонька, листья будто слезоньки, капают на травушку поклой любви. Дорогие друзья, для вас поет Евгения Бородина. Печаль в глазах твоя, какая ты смешная.
знаешь, печаль в глазах тая, какая ты смешная, девочка моя, как будто что-то знаешь, чего не знаю я, какая ж молодая, ты все покажи, дочка моя. Свой музыкальный подарок вам дарит Ирина Нагаева. Не рви мне душу, наливай, и ничего.
попала в рай. Я буду пьяным до зари. Верни мне душу, наливай. И ничего не говори. Моя душа попала в рай. Я буду пьяным до зари. Моих рассудок прочим слов. Я наслаждался каждый раз. На самом деле не любовь, а просто страсть держала нас. Какая грустная игра. Не сосчитать теперь потерь. Но почему-то без тебя мне очень грустно, верь, не верь. Не рви мне душу, наливай. И ничего не говори. Моя душа попала в рай. Я буду пьяным до зари. Не рви мне душу, наливай. И ничего не говори. Моя душа попала в рай. Я буду пьяным до зари. Душа попала в рай. Я буду пьяным до зари. Верни мне душу, наливай. И ничего не говори. Моя душа попала в рай. Я буду пьяным до зари. И ничего не говори, моя душа попала в рай, я буду пьяным до зари. Спасибо. Папа, мама, дети, когда все вместе, возникает чувство теплоты и радости, которые у нас истори называли семейным очагом. Семейный очаг – это маленькое солнце, это фундамент и источник жизни на земле. Его надо беречь и не давать угасать. Поддержать очаг помогают совместные дела, любимые увлечения и маленькие победы. Мы учимся, дружим, путешествуем, познаем себя и других, совершенствуем себя, творим и созидаем, укрепляя свои семьи и оставляя свои имена в вечности. Для вас звучит песня «Лебеди» в исполнении Татьяны Воскобойниковой. Научиться добру и...
никогда не бросаю своих любимых, даже ранимых и больных. Всегда до конца остаются с ними, берегут и заботятся о родных. Ищут удобных, легко заменимых. Надо этому нам научиться. Никогда не бросаю своих любимых, пока сердце продолжает биться. А нам научиться выжить, как лебеди. Научиться любить, кем бы не были. Подарочку.
там, где была игра, поставить все вещим сном, а ты разбудишь с утра и стань моим новым днем. Подари любовь, пусть смешно и странно, подари мне то, что залечит раны, подари мне боль, но совсем немножко. Подари любовь, но не понарошку. Подари любовь, пусть смешно и странно, подари мне то, что залечит раны, подари мне боль, но совсем немножко. Подари любовь, не понарошку. Не понарошку. Подари мне боль, но совсем немножко. Подари мне боль. Песню «Лебедь белая» исполнит для вас Светлана Каримулина. Ваши аплодисменты, Евгения Бородина. Музыка.
рождается великое это таинство. Он смотрит глазами прозрачными, на миг удивленно и весело, и мать непокорной, качая ребенка уснувшего, мечтает отдать ему лучшее, что в сердце своем берегла. Да пусть всегда звучит музыкой звонкой на этой земле, населенной людьми. Голос ребенка, голос ребенка. Вечное дело, вечное дело нашей любви. Вечное дело, вечное дело нашей любви. Каким человек рождается, шаги его первые робкие, началом дороги окажутся. Отец непокорной нежностью, подняв малыша к небу синему, мечтает отдать ему лучше, что может отдать человек. Да пусть всегда звучит музыка звонка на этой земле, населенной людьми. Голос ребенка, голос ребенка. Вечное дело, вечное дело нашей любви. Вечное дело, вечное дело нашей любви. Один человек. Каким человек рождается, мы вправе надеяться лучшее. Он будет прекрасным и ласковым, он будет и нежным, и нежным всем. Он будет и смелым, и преданным, он будет и добрым, и ласковым. Он будет и смелым, и яростным, дрожает от счастья людей. Да пусть всегда звучит музыкой звонкой на этой земле, населенной людьми. Голос ребенка, голос ребенка. Вечное дело, вечное дело нашей любви. Вечное дело нашей любви. Да пусть это звучит музыка звонка на этой земле, населенной людьми. Голос ребенка, голос ребенка. Вечное дело, вечное дело нашей любви. Вечное дело, вечное дело нашей любви. И вновь для вас Александр Ведерников. И опять идет до слез, соловьиное небе.
любовь, ты не бой, соловей. Про любовь свою песню нежную, все равно она к нам не придет. Счастье, любовь, поверь, но еще больше мучает. Позволяла тебя целовать, увлекала словами нежными, обещала моей устами лишь расставить гномы снежные. И напрасно я жду до утра, в ночь субботы и на воскресенье. Любимое нетерпение. Ты не пой, ты не пой, соловей. Про любовь свою песню нежную, все равно она к нам не придет. Почерю белоснежную. Ты не пой, ты не пой, соловей. Прячет ночь, как и слез горючие. Дай счастье, любовь, поверь, но еще больше мучает. Любить, ведь только в семье мы поддержку найдем. Пусть будет всегда полной чашей ваш дом. Пусть дети и взрослые помнят всегда, семья – это главное. Через года сумейте вы счастье свое пронести. Пускай только лучшее ждет впереди. Примите самые искренние пожелания от Ирины Нагаевой. Желаю, чтоб вы все были здоровы и чтоб...
Наша программа подошла к концу, но праздничный день продолжается. Сегодня, придя домой, не забудьте поздравить своих родителей и детей, пожелать им любви, здоровья и счастья. Пусть счастье и любовь царят в каждой семье нашего округа, в каждой семье нашей большой страны. Еще раз с праздником вас! Будьте счастливы! До новых встреч!